Я рад к вам вернуться! Пришел нотариус. Тащи сюда. Простите, он немного эксцентричен. Я бы не прочь. Нет. Если заставить Бога истекать кровью, люди потеряют веру в Него. И окрасятся воды кровью. И акулы придут. Мне останется только сидеть и наблюдать, как мир будет пожирать тебя. Железный человек — это оружие и должно принадлежать нашему государству. Железный человек — я. Костюм неотделим от меня. Вопреки расхожему мнению, я прекрасно понимаю, что делаю. Упс! Я видел, что вы сделали с Тони Старком на трассе. Вау! Вам нужны мои ресурсы. Я сделаю Железного человека старым хламом. Вся эта игра вольного стрелка никому не нужна. Ты не должен делать это один. Надеюсь, вы готовы. Давай! Мистер Старк проявляет классический нарциссизм? Согласен. Мочи!